Ты уже так много всего сделала и достигла, а ведь раньше думала, что если все это будет, то станешь счастливой. А сейчас понимаешь, что результаты есть, деньги есть, а легкости и радости не прибавилось. Радости и удовлетворения исчезли. Хотя внешне кажется все хорошо. Карьера, успех, возможно, даже собственный бизнес. Но что внутри? Внутри пустота и неудовлетворенность. Это не просто видео, на которое нужно потратить время, чтобы все осталось как раньше. Это видео, которое может сильно изменить твою реальность здесь и сейчас. Существует такое понятие, как свободная энергия. Именно свободная энергия отвечает за созидание, за самореализацию, за выход на что-то новое. Ведь кому-то в жизни хватает энергии для того, чтобы покорять новые высоты, открывать бизнесы. А кому-то хватает энергии всего лишь для того, чтобы лежать на диване, щелкать по пульту телевизора или вызывать себе пиццу или такси. Почему так? Куда девается свободная энергия? Самый главный источник слива энергии – это самообман. Любое вранье себе, когда мы пытаемся доказать, что мы являемся кем-то, кем на самом деле не являемся – это слив энергии. Это потеря возможности для самореализации, это растрата свободной энергии. Это, например, изображать из себя волевую личность, не являясь таковой. Делать из себя сильную женщину, не являясь даже стрессоустойчивой. Ну или делать постоянно то, что должна, а не то, что хочется или по-настоящему драйвит. Государство, система образования, гендерные шаблоны поведения постоянно нам навязывают какие-то стереотипы. Мужчина – это волевой защитник и добытчик. Решала. Женщина – это мягкая, мать детей, зависимая, стоящая за мужем. Все эти шаблоны кому-то подходят, но, конечно же, кому-то нет. Высвободив свободную энергию, ты сможешь вернуть себе веселого, жизнерадостного человека, который дышит полной грудью. Как же высвободить эту энергию и выйти из самообмана? Для начала его нужно просто обнаружить, то есть обратить на него внимание. Там, где внимание, там и энергия. То, куда ты направляешь свое внимание, то начинает расти, изменяться, улучшаться и трансформироваться. Ты творец, ты причина своей собственной жизни. Все происходит только потому, что ты направляешь свое внимание и начинаешь им двигать материю. Если ты сейчас находишься в ситуации поиска смысла жизни, согласись, значит, что-то пошло не так. Самореализованный человек в потоке не задумывается о смысле жизни, поэтому первый шаг – это признать эту проблему. К сожалению, большинство направляют максимум энергии на устранение своих недостатков, в то время как развивать нужно таланты. И это замкнутый круг. Чем больше ты вкладываешь энергию в свои недостатки, в свое ложное «я», в свои иллюзии и стремление что-то кому-то доказать, тем меньше свободной энергии у тебя остается. Ведь мы склонны игнорировать и не замечать свои таланты. То, что у нас получается легко. К примеру, ты сможешь сейчас ответить на вопрос, в чем твоя суперсила и в чем твои таланты. Удовлетворенность появится только тогда, когда ты увидишь свои таланты и внутренний потенциал, когда начнешь двигаться навстречу им, реализуя свое собственное видение. Есть немало способов узнать о своем предназначении, и один из них – это система Human Design или дизайн человека. С помощью дизайна человека ты сможешь узнать свои сильные стороны и таланты, обрести видение, куда двигаться дальше и на что обращать свое внимание. Дизайн человека позволяет выйти из мотивации страха, стать тем, кем ты действительно являешься, без самообмана и без слива свободной энергии, направляя свое внимание на развитие талантов. Что мне дается легко? В чем моя суперсила? Каковы мои таланты? Дизайн человека раскрывает ответы на эти вопросы быстро, полноценно, глубоко и индивидуально. Это не универсальные советы бульварной астрологии. Это не обобщенные законы Вселенной, доступные и подходящие всем и каждому. Дизайн человека включает в себя элементы идзинь, астрологии, каббалы, психологии и астрофизики, а также генетики, нейронауки и квантовой физики, оставаясь при этом уникальным знанием. Он основан на системе 9 энергетических центров, 12 профилей, 64 гексаграмм и 6 линий. Это дает около 2 миллионов различных комбинаций, которые раскрывают каждого из нас совершенно индивидуально и не похожим друг на друга в своем роде.
Проживая свой дизайн, мы, по сути, учимся говорить «нет» всему лишнему в нашей жизни. Проживание своего дизайна – это высшая точка организованности твоей жизни. Это когда ты находишься в состоянии игривого ребенка, и тебе все любопытно и все интересно. При этом ты достигаешь взрослых результатов в виде здорового тела, крепких отношений и реализации в обществе. Если ты хочешь обрести порядок и умиротворение, если ты хочешь перейти на новый финансовый уровень в легкости, если ты хочешь убедиться, что твою сложную ситуацию можно изменить, и если ты хочешь получить удовольствие от общения и выйти из жизненного тупика, то у меня есть предложение. Я специально выделил время, чтобы поговорить с тобой лично. Мы поговорим про текущую ситуацию и про все проблемы, которые сейчас стоят на твоем пути. Ты поймешь, почему происходит то, что происходит, что с этим делать и куда двигаться дальше. И да, эта сессия абсолютно бесплатна, но эта сессия доступна не всем. Ты можешь записаться на сессию, если... Если ты пришла к идее, что перемены придут благодаря внутренней работе, и ты готова над этим работать. Ты готова к стабильному и гармоничному развитию во всех сферах жизни без американских горок и драмы. Ты осознаешь, что в профессиональную помощь необходимо инвестировать время и деньги, и ты готова найти и то, и другое. На этой сессии ты получишь главное. У тебя появится ясность, которой тебе сейчас не хватает. И скорее всего, для тебя это будут самые ценные 45 минут за последний год. Итак, что тебе нужно сделать? Нажми на кнопку под этим видео и заполни небольшую анкету. Обязательно заполни ее как можно детальнее. Я проведу с тобой стратегическую сессию и на основании этой сессии приму решение. Если я буду на 100% уверен в том, что смогу тебе помочь, я предложу тебе эту помощь. Нажми на кнопку под этим видео, ответь на несколько вопросов и будь готова к сессии в назначенную дату. А я с тобой прощаюсь. С тобой был Николай Эквилс. До встречи.